Сегодня у нас 9-й день. Юрочка проходит реабилитацию отлично. Сегодня будем работать чисто на 4-главом мышце бедра. Тренировка будет и большая, но довольно статика динамическая такая, тяжелая. Где-то уже веса может чуть пойдут. Вы сейчас все увидите сами. Девятый день впереди. Ну скажи что-нибудь. Идем к своему пути. Сейчас у нас уровень сложности 5, как всегда. 10 минут мы раскрутим, чисто чтобы немножко разогреться. И дальше будем работать на 4 главы мышцы. Качаемся? Вот. Да. Сейчас мы делаем статико-динамическое упражнение, 20 кг. Двумя ногами разогнули, на 20 секунд фиксируем. И медленно за 5 секунд сгибаем ножки. Медленно за 5 секунд сгибаем. Выполняем 4 подхода по 30 раз. 20 секунд держишь. Коленки чувствуются. Все равно в этом месте. Работают мышцы-антагонисты. Сгибаем две ноги медленно за 5 секунд. Медленно, Юра, медленно. Пошли опять медленно. Раз, два, три, четыре, пять сильнее. И медленно за 5 секунд разгибаем. Раз, два, три, четыре, пять. Выполняем 3 подхода по 30 раз. Встали на двух и на одной опускаемся медленно. Вот умница, на двух встали и на одной опускаемся. Здорово. 4 подхода по 50 раз. Выполняем 5 подходов по 20 повторений. Все. Да? Поехали. Я уже много есть. Сейчас заканчиваем тренировочку велосипедом. Сегодня не гнем ножку. Идем немножко отдохнуть. Вы можете наблюдать, как видите, появилась ямочка, то жидкости уже нету. Здорово на коленке. Молодцы, работаем дальше. Как самочувствие? Отлично. Сколько концовочек крутить? 10 минут крутим, прикладываем холодное коленку и идем домой потом. Супер, тренировка была супер.